стою у входа в Акрополь. Ну, там, бывал там. Поискал то, что мне надо, и не нашел. А надо мне товары для животных. Вот нету в этом огромном магазине ничего. А там только отдел есть в эпицентре, в продуктовом магазине. Ну ладно. Улица профессора Баранова. Ну, фасад рынка ремонтируется. Я на рынок не заходил, собственно говоря, мне там делать сегодня нечего, интереса пока нет. Посмотрим, наверное, чемпионату, наверное, все-таки сделают фасад нового рынка. Но что там внутри, это потом и посмотрим. Ну, в общем, его меняют, этот фасад. Он такой был разномастный, разношерстный. Не надо, не однообразный. Начали что-то мастить. Магазин «За Родину». А это я был в этом Мамоново, точнее Прибрежном. Этот колхоз, он у меня заснят на видео. Мамоновская серия. Улица Горького. То есть вот это вот, на которой я стою. Улица Горького. Это улица Черняховского. Потом мы сделаем сайт, потом мы сделаем сайт.